Остановись! Равняйсь! Смирно! Товарищ старшина, 1-е и 2-е отделение 3-го взвода 5-й роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше подразделение. На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась, и гнулась дорога, и кричала мне эхо, не верь в тишину, ты эту не верь. Я в лесу, возле расположения, в количестве двух. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. У нас стоят! А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Вот выполним боевой приказ. Споё. Честное слово? Ну, сказал же. Пробираться в тумане, чуть оступишься, и можно упасть. Шнаться в туман, вот и сила. Нужно верить, любить, жить по правде, чтоб любила любимая, чтоб она тебя дождалась. Ничего, ищи, не смотри в этой жизни. Это в сердце, все есть у тебя. Озарит твою верность отчизне это утренняя заря. Ведь на то она и заря. Приказываю всем бойцам держать фронт. До последней капли крови держать. И помощи нам не будет. И здесь нам будет принимать. Последний, по всей видимости. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. А зори здесь тихие, тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Пять девочек было, всего пятеро. Они прошли вы, никуда не прошли.